Сегодня у нас 23 февраля. Всех с праздником. Но мы работаем. У нас лесовоз на сборке. Пока агрегатку комплектуем. К сборке еще не приступили. Пневматику закомплектовали. Это краны пневматические, мосты средние, задние разобрали. Чулки здесь новые приобрели. В хорошем состоянии БУ. Потому что те чулки были треснуты все. Гурс ремонта привезли. Это старые у него энергочи стояли китайские. Взяли все отечественные энергочи. Энергокамеры передние взяли. Листы рессор. С рессорами как мы поступаем? Мы рессоры, получается, коренные меняем, а задние. Остальные листы все разбираем, отдельно грунтуем, красим каждый лист. Это пневматика висит, полностью пневматик придет. Пневматику будет сейчас протягивать. Самое первое, что делать с норами, это пневматика. Так, двигатель у нас готов под него. Ну, также, соответственно, все кронштейны, все тяги грунтуются, ресивера. Потом будут окрашиваться сверху еще краской. Передние рессоры новые в сборе, всегда покупаем. Это балансирка с мехобработки пришла. Полностью восстановлен до заводских параметров. Ступицы ЦАФы также с мехобработки полностью. Вот они лежат, готовые уже. Башмаки также с мехобработки. Где-то они. Вот коренные листы. Рессор новый ставим, задний. Полуоси здесь в хорошем состоянии. Менять не стали. Это также с мехобработки здесь все. Карданы на ремонт будем отдавать, естественно. Двигатель готов у нас. Двигатель уже окрашен. Это получается 260 лошадиных сил, Евро 2, Яздовская ТНВД, 30-й мотор. Стандартный здесь вал установлен. Электромуфту новую устанавливаем всегда. ТНВД с ремонта, форсунки, распылители новые всегда ставим. ТНВД делаем у проверенного человека. С одним человеком работаем. Компрессор также с ремонта. Насос ГУРа с ремонта. Масляный насос обязательно меняем. В принципе, как-то так. Пока агрегатку подготовили. На следующей неделе уже кабина будет готова. Кабину будем забирать. Здесь исполнение идет под лесовоз с ГМУ. ГМУ будет на заднем свесе установлен. Манипулятор. Плюс 6-метровая площадка под перевозку леса. По заказу клиента у нас рама в раме сделана, двойная рама у 4318 полностью получается. От заднего свеса и до кабины идет целиковый швеллер, рама в раму. Ну, пока как-то так. В первую очередь будем комплектовать мы мосты. Соберем заднюю телегу, передок у нас есть готовый. Мы его привезем, просто вкатим и все. Коробка на ремонте. Раздатка на ремонте. Ну все, на следующей неделе будем машину эту скидывать. Вот из этой рамы будет отличный у нас автомобиль. Длиннобазовый, мощный, хороший. С гарантией. Так. Также сегодня у нас в наличии автомобиль. Ну, конечно, он под заказчика уже продан. Вот это... Снять хотел пример частичной капиталки, так сказать, автомобиля. Что здесь было? Взяли автомобиль 2007 года, как базовый. Вот с маленьким пробегом. Пробег на автомобиль составлял порядка 60 тысяч. Там на фирме велась процедура банкротства очень долгая. После этого мы его выкупили. Что здесь делалось? Буфер мы заменили. Буфер стоит новый, оптику новую поставили. Кабина. Кабина выглядит как крашеная, но на самом деле это родная кабина, как она есть. Просто ее отдали на полировку. Это мы полирнули. Кабинчики нам ребята сделали, приехали. То есть кабина не крашеная, это родная краска. Заменили резину на новую, 5-пяточковую. Резину сюда установили. Вот, провели ревизию полностью ходовой части. Провели ревизию коробки передач. По кабине какие работы выполнялись? Также ребята кабинчики пришли, поменяли нам
получается, обшивку полов, подстилку поменяли полов, заменили на сиденье, спинки и сами сидушки. Электрик здесь поработал, восстановил полностью всю электрику на кабине. И отхимчистили полностью весь салон. Все пластиковые детали, обшивку. Здесь все, химчистку сделали. Вот, машина полностью в рабочем состоянии. Исполнение со спальным местом. Это также будет лесовоз с ГМУ. Удлиненная рама у него 4400 межколесное расстояние, 7800 монтажная длина. Двигатель здесь установлен полностью после капитального ремонта. Со стандартным валом. Более того, здесь стоит 50-й мотор Евро-2, язда ТНВД, 360 лошадиных сил. Коробка 154 с делителем, раздатка 65-111. Кардан этот удлинили. Автомобиль полностью подготовлен для монтажа манипулятора. Сейчас мы ждем от заказчика манипулятор, он его сам приобретает. После этого манипулятор отправляется к нам. Будет монтироваться на шасси манипулятор. Будет изготавливаться здесь лесовозная площадка 6-метровая. Сейчас покажу, в принципе, как автомобиль выглядит. Раму мы не красили. Рама как есть, так она и есть. Здесь коренные рессоры добавили листы. То есть вот это как машина была, так и есть. Ничего здесь не делали, домики не наваривали. Пневмосистема полностью в рабочем состоянии. Здесь скрывались, соответственно, задние мосты, менялись сальники, протяжка делалась, уплотнения менялись, смазка заново набивалась туда. А так это автомобили в родной краске. Редко такие автомобили встречаются с малым пробегом, в хорошем состоянии, но они все-таки есть. То есть их можно найти, потому что у людей разные обстоятельства бывают. Была у нас машина еще в наличии с этой же партией бочка 2008 года. Также мы ее продали под тягач, переделали бочку. Вот это что называется частичный капитальный ремонт. Цена этого автомобиля, естественно, значительно отличается от полного капитального ремонта. Здесь уж более приемлемая стоимость автомобиля. Автомобиль также этот продается как и капитальный, полностью под ключ, с переоборудованием, с постановкой на учет. Запасное колесо будет установлено за кабиной. Запасное колесо, мы это говорили, что будет БУ. Более-менее хорошую резину подберем. Задняя стенка также полировалась в автомобиле. То есть я напоминаю, что эта кабина не крашена. Эта кабина просто полированная. Вот, понимаете, коллектор здесь поработали. Все, так сказать, сопли подобрали. Уложили все вдоль рамы. Полностью рабочий автомобиль получился. Автомобиль будет ездить и зарабатывать. Так, с пассажирской стороны вся стандартная железная панель установлена. Три сиденья. Высокая крыша с полкой. Вот так вот он выглядит. Напоминаю, это 2007 год выпуска. Отдаем машину с ремонта. Вот. Заказчики приезжали, здесь частичный ремонт выполнялся на этой машине по заказу клиента. Что здесь делалось, получается? Система подкачки восстанавливалась. Сальники, уплотнения менялись на заднем среднем мосту. Шланги поменяли, тормозные, пневматические. Пневматику восстановили по всей раме. Электрику восстановили. Получается, передний мост перебирали. На БУ запчастях. То есть более-менее хорошие запчасти поставили свои. Коробку капиталили, раздатку капиталили. Двигатель частичный ремонт выполняли. Сейчас идет как раз проверка подкачки. Покачают они. Вот. Двигатель меняли, вкладыши меняли, коренные, получается, меняли кольца, ПРТИ, ПЖД новые установили, ну и также внешний вид.
ремонт кабины полностью выполнялся здесь. Подножки, крылья поменяли, которые к кабине относятся. Вот, то есть это частичный ремонт выполнялся здесь. Вот. Машина приехала с какой проблемой? Задняя телега вообще не включалась. Только на передке машина ездила. Подкачка не работала, блокировки не работали. Вот. Это спецтехника у нас, автогидроподъемник АПТ-35, 35-метровый, коленчатого типа, последняя секция. Ну и также по мелочи получается, поменяли диски сцепления, ГЦС поменяли, компрессор отремонтировали, турбину отремонтировали, насос ГУРа, фонари задние новые поставили. Ну и много-много чего заменили по мелочи. Спецификацию составили, с клиентом согласовали. Да, машина у нас уезжает. Машина в Самаре будет работать, где она до этого и работала. То есть частичные ремонты тоже можем выполнять. Тут бюджетный ремонт, то есть на БУ запчастях. Потому что новые запчасти на передок дорогие. На коробку тоже запчасти не дешевые, на раздатку тоже. А у нас частенько остаются запчасти хорошего качества. Мы их меняем на новые. Даже если минимальный износ есть, мы уже меняем на новые, когда капиталку делаем. Вот. А в этом случае как раз эти запчасти, которые у нас были, мы использовали в этот автомобиль.